Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот чипсы русская картошка со вкусом жареная курица. И выглядят они, конечно, не как лейс, а по-другому. И мы сейчас с вами это проверим. Кстати, покупала их в фикс прайсе. Здесь у нас 120 грамм. Так, также здесь есть вкусы разные, грибы, колбаски гриль, бекон, креветка, сметана и укроп, сметана и лук и сыр. Напишите в комментариях, какие вкусы больше любите вы. Обязательно напишите. Так, также состав. Так, вот он сфокусировался. Кому интересно, нажмите стоп. И прочитайте. И давайте ее откроем и проверим, такие же у нас чипсы, как на этикетке, вот здесь или нет. И какие же они на вкус. Также нам понадобится моя тарелочка-помощница. Все высыпать я не стала. На вид, да, действительно. А, ну, да, в принципе, они похожи на вид. Только здесь нарисованы желтенькие, они бывают действительно желтые, а здесь они больше к светло-желтому и с точечками оранжевыми. Хотя через камеру кажутся они желтыми, но нет. Вот они вот сейчас вот где-то вот близко. Не знаю, фокусируются там или нет. И они не похожи на лейс, действительно, они похожи как на картинке. Совсем другая форма, такие тоже интересные, не круглые. И давайте их попробуем. Они соленые, не сильно, но прям такие соленые, ароматные. А вкус там жареной курицы, ну да, что-то там какой-то вкус есть. Немножечко даже островатенькие. Очень ароматные, очень хрустящие, прям такие хрустящие, их удобно разжевывать. То, что может они маленькие, квадратненькие. Послевкусие такое остается. И что самое интересное, хочется одну за другой, они реально вкусные. Очень вкусные, мне понравились. А, к тому же эти чипсы я знаю уже очень давно, еще я была ребенком. И когда я мама просила, мам, купи мне чипс, она покупала всегда русскую картошку. Они были немножечко подешевле чипсов Лейс. Ну, не знаю, почему она брала именно их. Она говорила, что эти натуральные, чем чипсы Лейс. Не знаю, по составу можете там сравнить. Состав Лейс и этот состав. На сегодня это все. Я показала вам, рассказала все, что я хотела. Подписывайтесь обязательно, пишите в комментарии, какие чипсы вы кушаете, какие вам нравятся, может быть, вам лейс нравится. Лейс, конечно, они тоже очень вкусные. Мне кажется, они всем нравятся, хотя сейчас очень много разных чипсов появилось. Также можете в комментариях написать, на какие чипсы вы бы хотели видеть обзор на моем канале. Я обязательно ваше предложение рассмотрю и обязательно его проведу. Мне будет очень приятно. Также напишите, какие чипсы вы кушаете обязательно, с каким вкусом любите, который вот я читала изначально. Также смотрите мои другие ролики, другие обзоры, обзоры из фикс прайса, влоги, видеообзоры техники. Вот. И всем пока-пока, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.